Прежде чем вырезать отверстие необходимое, нужно сделать разметку для вентиляции 50-70 мм от днища, размер ширина 100 и высота 80 мм. Ширина всего корпуса 510 мм. Меньшая сторона 310 мм. В ней вырезаем отверстие 52 на 52 мм, 60 мм от верхнего края. Высота корпуса 350 мм. Ну и соответственно здесь два загиба 40 мм на 20. И точно такое же с другой стороны. Отверстие вырезается справа для такого терморегулятора, который имеет высоту 50 мм. Соответственно, укладываем, вырезается отверстие 15 мм для дренажа. Сюда укладываются пластмассовые решетки для того, чтобы компост, который будет прижимать днище, чтобы он не прижался. Ну, вот так меряем, как вылазит сюда решетка вентиляционная. И сюда же примеряем, как входит регулирующий элемент. Вот он на 20 мм выступает внутрь вермифабрики. С этой стороны необходимо будет его загерметизировать. Ну и при загрузке учитывать, что сюда нагрузок больших давать нельзя. Здесь стоит терморегулятор. Ну и потом он закрывается такой декоративной крышкой, ну и с самой индикацией. Вот такой предварительный порядок прорезания отверстий в корпусе. И так он выглядит со всех сторон.